Уже в школе Ксения Галинская выбрала свою будущую профессию. Интерес к иностранному языку ей привили любимые учителя. Теперь основы английской грамматики Ксения Владимировна преподает в гимназии Эврика. За 6 лет работы с детьми она разработала свою методику обучения. С помощью проектора и компьютера ее уроки превратились в экскурсии по старинным улицам Лондона и Ливерпуля. Детям очень интересно. Одним из моих уроков на мастер-классе в рамках «Учителя года» был как раз-таки урок с автобусом. Именно в этом автобусе мы путешествовали по стране изучаемого языка. Я ждала, надеялась, что все-таки выберут именно меня и оценят по достоинству. Я старалась добиться этой цели и шла уверенно. Ксении Галинской удалось не только убедительно рассказать о своей методике членам жюри, но и завоевать симпатию пользователей соцсетей. В рамках конкурса было проведено онлайн-голосование, в котором все анапчане могли поддержать любимых педагогов. Ксения Владимировна завоевала сразу 2 награды. Она будет представлять Анапу на краевом конкурсе «Учитель года». Участие в таких конкурсах – это обмен опытом, это новые технологии. Где-то что-то у кого-то подсмотреть, чему-то научиться. И, конечно же, как итог, реализовать свое мастерство каждый день, приходя в класс на свой урок. И я преклоняюсь перед вами за ваш труд. Финалистам вручили заслуженные награды, а также подарки от Управления образования. За несколько лет в конкурсе приняли участие более 40 анапских педагогов. Неоднократно они занимали призовые места на краевом этапе конкурса. Организаторы уверены, педагоги города-курорта проявят себя с самой лучшей стороны и внесут свой вклад в развитие образования на Кубани. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.